Журналисты 12 канала в эти минуты готовят итоговый выпуск новостей. Вот что вы сегодня увидите в 20 часов 30 минут. Вот уже 5 дней идет дождь в подъезде жилого дома по Архангельской 13А. В проблеме сегодня разбирались Павел Панофий и Иван Цветков. Они ищут останки советских солдат и их личные вещи. То, что пролежало в земле 70 лет. О своих дальних путешествиях поисковики рассказали нам на экскурсии по следам войны. Подробности смотрите в материале Татьяны Ждановой и Егора Плюснина. Двумя новыми экспонатами пополнилась Череповецкая выставка деревянного домостроения, а в Череповце планируют строить многоэтажки из дерева. Почему век высоких технологий? Деревянное строительство вновь обретает популярность, расскажем на Первом городском. Итак, об этом подробнее в 20 часов 30 минут. Следите за новостями вместе с нами, в том числе и в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. Подписывайтесь на нашу официальную группу ТВ-канал 12 ВКонтакте.